Вы смотрите отзыв об отеле Baltic Hotel Venavira. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником xln_a, который был в нем в 2015 году. Отель располагается в начале туристической тропы ко всем основным достопримечательностям. Если вы решили не платить за завтрак 12 евро, то легко можете позавтракать в близлежащих кафе. Есть прокат сегвеев и велосипедов. Недалеко два сетевых маркета Риме. Из плюсов – удобно добираться пешком как до смотровых площадок, так и до остановки автобуса Bus Touristic. На ресепшн продается Таллинкард. Не все работники ресепшн говорят по-русски, но всегда с удовольствием вам помогут. Из минусов – наш номер выходил окнами на террасу ресторана. До 5 утра завсегдаты отдыхали шумно и весело. А в 6 утра по Виру громко шли отдыхать. Окна номера частично выходили на стены Хёлимана, но проходящие там люди, да и торговцы сувенирами не мешали. Очень узкие кровати. При бронировании не букинге я попросила два отдельные кровати. Предполагалось, что это будут полуторки. Действительно превзошла все ожидания, ширина кровати была явно намного меньше 100 сантиметров. Хорошо, что диван у окна раскладывается. Если б не эти минусы, то поставила бы отелю 5. Было комфортно. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.